Так. Идите все сюда, пожалуйста. Я вас очень прошу. Срочное собрание квартала. Ничего не случилось, кроме того, что Зеленский пораздавал звания заслуженных артистов. Кому? Кому? Всем, только не нам. Кому? Вот, пожалуйста, вот список. На, посмотри, давай. Так, Филимонов, Мирзоян Потов. Ты смотри, а. Ты смотри, а. Пожары, наводнения, коронавирус, еще и Потапу заслуженного, а. Пожалуйста. По-моему, даже для высокосного года дофига. Не-не-не, подождите, я серьезно. Мирзоян. Да. Я извиняюсь, кто-нибудь знает хоть одну песню Мирзояна? Я Гордона песен больше знаю, ну как так? Да не, ну Мирзоян. Перестань, ну не начинай, ты что начинаешь? А мне Порошенко же в прошлом году предлагал звание народного. Я вам серьезно говорю. Да я отказался, знаете как? Говорю, Петр Алексеевич, нельзя фотографироваться с бюллетенем. Все, уходите. Послушай, ну вот зачем вам эти звания? Между прочим, в Европе и в США никаких званий нет. Да, стоп, вот. Стоп. Подожди, ты хочешь сказать, что Брэд Питт до сих пор незаслуженный? Незаслуженный. Так, тихо. Ну, а сейчас еще скажи, Том Хэнкс ненародный. Ненародный. Подождите, вы сейчас скажите, что Джеки Чан не получал Шевченковскую премию? Юра, нет. В смысле? Никакого стимула к творчеству, кроме каких-то там жалких миллионов долларов. Действительно. Я предлагаю все выяснить и позвонить Зеленскому. О, давай. Ставь на громкую, чтобы все могли высказать. Хорошо, да, хорошо. Сейчас. Алло, да. Здравствуйте, Владимир Александрович. Жека, ты чего? Какой Владимир Александрович? Мы же с тобой друзья. Да нет, Владимир Александрович, у вас уже, походу, другие друзья. Потап, Филимонов, Мирзоян. Кому вы там еще звания заслуженных понадавали? Всем, кроме нас, так получается? Ну вы же должны понимать, не мог я вам вручить. СМИ потом бы написали, что я своим награды раздаю. То есть мандаты свои можно раздавать, а звания нет, да? Ага, не, ну подождите, ну Потап, да, понятно, Филимонов заслужил. Вован, Мирзоян, серьезно, Мирзоян! Честно говоря, я хотел вручить награду Нине Матвиенко. Но она позвонила, сказала, я сегодня не могу приехать, зять приедет, заберет. А там журналисты, камеры, я немного растерялся, пришлось ему вручить. Ну так и нам тогда вручай, мы ж друзья, во! Ну и что? Вы хотите, чтобы у меня рейтинги упали? Ой, я тебя прошу, вот после твоего переезда на госдачу хуже уже не будет. Я это вслух сказал? Получается. Потом вырежем. Владимир Александрович, мог бы из вежливости дать, а мы потом отказались. Ну, да. Вот не надо. Я Юзику уже предложил из вежливости народным депутатом стать. Значит так. Вам не кажется странным, Владимир Александрович, что вы дали Потапу заслуженного, а мне нет? Да у него миллионная аудитория поклонников в Инстаграм. При чем тут Инстаграм? Если вы не в курсе, то заслуженные артисты выступают на праздниках государственного значения. Как вы себе это представляете? Пані та панове, для ветеранів Другої світової війни співає заслуженный артист України Олексій Потапенко. Пісня «За нами едут поліцаї». Так получается? Так. Все, последний аргумент. Давай. Вова! Если ты не дашь нам звание, я выложу в интернет видео с роялем. Да его и так все видели. У меня есть видео со стороны клавиш. Вот. Ну хорошо, все, я вам обещаю, вы будете первыми, кто попадет под амнистию. Подожди, под какую амнистию? Тише. Ладно, не буду забегать наперед, чтобы сюрприз не испортить. Какой сюрприз? Какая амнистия? Не надо. Да шучу я, шучу. Так, ребят, все, у меня нет времени, надо работать. Он трубку бросил. Я все понял. Значит, следующие 4 года будем просто ходить в обычных артистах. Да. Конечно же, все это шутки. Мы поздравляем наших коллег с наверняка заслуженными званиями. Но вы знаете, от себя хочется добавить, что звания народных и заслуженных в нашей стране могут получать не только артисты, а еще и те люди, которые каждый день трудятся ради нас, ради того, чтобы мы жили спокойно, счастливо и даже иногда рискуют жизнями. Я сейчас говорю о наших врачах. Как показал 2020 год, именно вы самые народные и заслуженные. Низкий вам поклон.
Глаза у них на зеркало похожи, в них отражен твоей надежды свет. Еще один обычный день был прожит, оставив на лице свой след. Как неизбежность противостояния, как шрамы, что получены в бою. За чью-то жизнь они ведут сражение, забыв порою про свою. Где-то ангелы не спят, опять в ночи плавится весь мир, как свеча, прогоняя боль и печаль, станут за тобой у плеча. Закончит смену твой дежурный ангел с улыбкой на измученном лице, не требуя медали за отвагу, тихонько перекурит на крыльце. А мы кумиров создаем без счета и до небес возносим иногда. О людях в белых ангельских халатах мы вспоминаем лишь когда беда. Где-то ангелы не спят, опять в ночи плавится душа, как свеча, чтобы в темноте нам включить свет, что нужен здесь. Дякуємо лікарям за те, що вони для нас роблять. Дякуємо, ви справжні герої. Студія «Квартал 95», Made in Ukraine. Дякуємо.